Сегодня на набережной Махаджиров многолюдно. Культурно-спортивный фестиваль «Абаза» стал традиционным в Карачаево-Черкесии. И вот в этом году, благодаря Всемирному Абхазо-Абазинскому конгрессу при поддержке Министерства культуры Абхазии, впервые фестиваль проходит у нас в республике. Целью данного фестиваля является объединение абхазо-абазинского народа, представители которого, как мы видим, на специально подготовленной карте живут практически во всех уголках мира. Единство через культуру и спорт. Масштабным мероприятием на набережной Махаджиров под таким девизом завершил свою работу культурно-спортивный фестиваль «Абаза». Работа Абхазо-Абазинского конгресса, который существует уже 5 лет, направлена на развитие языка, культуры и сохранение традиций национального этноса, что созвучно с целью фестиваля – знакомство разных поколений абхазов с культурой и историей абазин, популяризация этнокультурного наследия и родного языка народа абаза. Кроме этого фестиваля мы будем организовывать и другие события, образовательные, научные, с тем, чтобы молодежь росла, у нас талантливая молодежь, чтобы она росла очень активно, чтобы каждый мог стать выдающимся, чтобы каждый человек мог быть действительно достойным сыном своей родины. Мы и в Абхазии, и в Турции, и в Сирии, и в Иордании, и в Египте, везде будем делать подобные мероприятия, чтобы объединять наш этнос по всему миру, чтобы действительно мы создали все необходимые условия, чтобы показать то, что течет в наших жилах, историческая вот эта память, код наш генетический позволяет нам действительно думать о том, что каждый человек талантлив. В выставочном шатре у Абхазского драматического театра была представлена совместная экспозиция этнографического музея села Эльбурган и Государственного музея Абхазии. Старинные абазинские костюмы, карты современного расселения абхазов и абазин, архивные фотографии вызывали оживленный интерес публики. Фестиваль посетил и президент Рауль Хаджимба, которому Муса Экзегов лично провел экскурсию. Глава государства также отведал абазинскую кухню. Угощения были приготовлены женским советом Международного объединения Алашара и привезены из Карачаева-Черкесии специально для фестиваля «Абаза». Блюда понравились не только местным жителям, но и гостям Абхазии. Вот только зашел на этот фестиваль, и я уже чувствую, что здесь такая энергия, энергия кавказского народа, энергия Абхазии, и это очень мощная такая сила. Это очень интересно, потому что сейчас многим не хватает этого в других странах, а здесь это как-то сохранилось и испокон веков, видимо, передается. Сейчас вот попробовал квас, очень вкусный. Похож на русский, но все равно есть какие-то нотки кавказские. Выставка старинных фотографий на площади у Абхаздрама, они называют себя «Абаза», привлекла особое внимание посетителей фестиваля. Впечатляет, потому что это действительно исконное наше. Действительно очень приятно, что ремесла сохраняются. Очень приятно, что даже возрождаются, можно сказать, да? Что все это делают молодые люди, все это очень приятно, очень вдохновляет. Пожалуй, самой красочной частью фестиваля стал совместный концерт творческих коллективов из Карачаева-Черкесии и Абхазии. Театр танца Государственной филармонии КЧР, эстрадные исполнители из Абхазии Людмила Гумба, Заур Зухба, коллектива ДАУ и этнографический ансамбль «Ахиштра» радовали жителей и гостей столицы своим мастерством. А театрализованное представление, рассказывающее о старинном абазинском обряде привода невесты в дом в исполнении артистов Народного театра «Инжич», стало одним из главных событий концерта. Главная задача первого культурно-спортивного фестиваля «Абаза» в Абхазии – сплочение абхазского и абазинского народов. По замыслу организаторов, фестиваль должен стать традиционным. Наала Кови, Алексей Гухава, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.